сосна вот так вот. Сейчас, подождите, я поставлю. На Фоксе? Что на Фоксе? I don't understand. Чувствуете прекрасно. Починила телефон или новый купила? Купила новый. Полина Зобина, здравствуйте. Этот звук. Это значит, что пора отвлечься от работы. Я от Мартына. Прекрасно. Привет, Мартына. Как он себя чувствует? Чай фьюз тебе с сахаром. Яблоко с киви или малина с мятой подарят вдохновение. Без макияжа, милая. Я с макияжем, ребята. Фьюзти. Просто на мне тон и накрашена ресница. Я еще брови, кстати, подвела, поэтому это макияж. Не боишься недосыпов, то, что времени будет меньше, и себя в этом духе? Ребят, вы знаете, как бы до беременности тоже были недосыпы. До беременности я, например, могла потусить, потом пойти на работу, потом еще что-то и так далее. Поэтому, знаете, как бы у нас вся жизнь состоит, либо мы пересыпаем, либо недосыпаем. Волосы не хотите больше наращивать? Нет, не хочу волосы наращивать. Я отращиваю свои волосы. Не вижу смысла наращивания волос. Ну, по крайней мере, мне не нравится. Ну, первое время, конечно же, это круто, классно, красиво. Когда волосы длинные, это все здорово. Но потом это все сушить. Я не могу. Это для меня кошмар. Вот эти вот постоянно подбирать какие-то специальные шампуни, специальные там бальзамы, специальные маски. Волосы. Ребята, что сам. Блин. Ненавижу, когда такое происходит. Я не буду ребенка не крестить, я не буду никакую религию своего ребенка посвящать.
единственное, что я сделаю, это обрезание. Все, потому что для меня принадлежность какой-то религии – это определенные каналы, на которые настраиваться надо. У меня своя религия, и я следую своей совершенно религии. Я глубоко убеждена, что каждый человек, абсолютно каждый человек, это по-своему пророк. Потому что каждый человек общается с Богом по-своему. И я считаю, что учить специальные молитвы, придерживаться какой-то определенной системы, но это не то, что нужно. То есть у нас у всех есть свои грани, свои границы дозволенного. То же самое и в религиях. В религиях есть границы дозволенного. И вот у каждого человека вот эти границы, они свои. И из-за того, что у нас вот все вот такие вот религии есть, у нас из-за этого есть непонятные какие-то недоговорки, неогласки и так далее. Вот, поэтому я не хочу, чтобы на моего ребенка по каким-то каналам настраивались. Вот, например, даже если люди ходят к гадалкам каким-то, то гадалка, она настраивается на канал человека. И потом эта же гадалка может на этого же вот человека навести все, что угодно. Защита, потому что я общаюсь с Богом, как мне хочется и как мне нравится, а не как мне диктуют религии и как мне там диктуют там другие люди и так далее и тому подобное. Вот и все. Это моя политика, личная политика, и как бы вот все. Я считаю то, что каждый человек по-своему пророк, потому что каждый человек чувствует Бога в себе по-своему и общается по-своему. У каждого человека своя энергия. Своя энергия, свое поле. Вот, и поэтому я придерживаюсь того, что каждый человек пророк. Каждый, абсолютно каждый пророк. Потому что каждый общается с Богом по-разному. Все. Выделять какого-то одного пророка. И не вижу смысла. Все, есть Бог. И каждый человек с ним по-своему общается. Вот мое убеждение, моя личная религия. Через религию настраиваются на людей. То есть, например, если ты в христианстве находишься, и ты, например, следуешь канонам христианства, то любой, не знаю, маг, любая ведьма или там любой батюшка или еще что-то, да, может на тебя прочитать молитву, может поставить свечку за здравие или, например, свечку за упокой, чтобы с тобой что-то случилось, какое-то такое, знаете, неприятности. Даже люди, они не всегда приятные вещи делают, вот, а через религию можно таким образом настроиться на ваш канал, потому что вы придерживаетесь вот определенной такой системы. Когда ты не придержан системы какой-то определенной, вот у тебя нету вот этой вот привязки к религии, тогда на тебя человек ничего не может сделать. Он не может на тебя ни за здравие, ни за упокой прочитать никаких молитв. Все. Ты наполняешься энергией из космоса столько, сколько тебе хочется. Как тебе хочется. Все. Каждый так может. И у каждого свои рамки дозволенного. То, что я говорю, религия – это канал. Вот если ты в исламе, то получается, тебя можно по каналу найти такому. Если там это, ну, короче, это очень долго. Я к этому... я вправе себя сравнивать с кем я захочу.
Мухаммед, пророк, это человек. Все мы люди. Все мы общаемся с Богом по-разному. Все люди, пророки. Все. Кто вправе, что не вправе. Ты не будешь говорить, что я вправе, а что я не вправе. Вот и все. Ты вот в своей религии, в своей там какой-то, в своем сообществе, пожалуйста, будь в нем. Я в своем сообществе, личном, я тебе не навязываю свое мнение. Хочешь с ним соглашайся, хочешь с ним не соглашайся. Но ты диктовать мне не будешь ничего. Понятно? Отлично. Я не про... Я, смотрите, вы во что хотите, в то и верьте. Хотите в ислам, хотите в христианство, хотите в буддизм, хотите не знаю что. Я верю в свое. Понятно, надеюсь? Понятно, что я сказала? Все, не нужно мне навязывать свое мнение. Спасибо. Так, ладно, а тем временем я приехала бабушке за подгузниками. За подгузниками я приехала. Почему у тебя в квартире мало места? Ты серьезно хотела? Ты серьезно? Мне вас жаль. А мне вас жаль. А мне вас вообще не жаль. Так, пожалей себя лучше, ладно? Так, я приехала. Может, тебе палатку нужно? Зачем мне палатку?